пожаловать на борт, дамы и господа. Мы совершим получасовую экскурсию. Живописная часть канала, которая раньше служила письменным для судов, перевозящих товары из Брюгге в Гент и обратно. Под мостом видны шлюзы. Уровень воды на другой стороне на 1 метр выше. С 1926 года на смену благочестивым Бегейнам в домиках поселились сестры-бенедиктинцы. Брюкский Бегельнхоф представлял собой сообщество набожных женщин, которым руководила главная наставница. На территории монастырского поселка находилась церковь, гостиный двор, ферма и пивоварня. В отличие от монахинь, сестры Бегейнен не давали вечных обетов. Собор самого древнего церковного прихода города Брюгге впервые упомянутый в X веке. А справа Святой Божьей Матери. Слева от вас здание древней больницы Сент-Янс Хоспитал. Часть этого здания была построена еще в 12 веке. В настоящее время здесь расположен музей Мемлинг и аптека 17 века. Красивый вид на Белфорд. Это 83-метровая башня, расположенная на центральной площади города. В башне 366 ступенек и 47 часов весом около 27 тонн. Слева виден задний фасад Дворца юстиции, здание 17 века, где в настоящее время находится кабинет администрации города Брюгге. Нембрюк. Брюк – это мост по-нидерландски, а не – это название растения марены красили, из корня которого получали краску для окраски шерсти и простыни в средние века. Поздний 15-й.
Симханаке. А вдоль канала типичные для города Брюки дома. Передние фасады полностью пили. Сверху над окнами и дверями можно разглядеть старинные фигурки для отпугивания злых духов. Костел Сингилискерк. В историческом центре города, в котором проживает 22 тысячи людей, расположен 9 больших костелов. В Брюгге и его окрестностях проживает всего 120 тысяч населения. Канал, ведущий в Северное море. 25 километров до Остенде и 18 километров до Зеебрюгге. Там находилась Академия художеств, а в настоящее время это городской архив. Перед зданием памятник Яну ван Эйку, великому художнику 15 века. По морю сюда ввозили продукты питания, товары класса люкс, железную руду и лес, а вывозили готовые продукты, простыни, изделия из кожи и шерстяные чубки. Ян ван Эйк. Да. Он стоит. Это начальная школа. А теперь начальная школа. И соленая вода. 2,5 метра возится уголь и карп. Дом номер 8 слева называется Божьим домом. Такие жилые дома строили с ремесленниками для престарелых членов семей и вдов. Богатые люди строили такие дома для бедных старых людей в благотворительных целях. В настоящее время эти дома также используются как своего рода дома для престарелых. В настоящее время только одна маленькая часть рынка используется каждое утро для торговли рыбой. Перед нами
несколько зданий с деревянными фасадами. Эти дома были построены в 20-х годах 20-го столетия. В конце 15 века был издан запрет на строительство деревянных домов из-за опасности возникновения пожаров. Святой Марии, автором которого является Микеланджело, и погребальный мавзолей короля Карла де Стоуте и его дочери Марии Бурбон. Сейчас мы будем проплывать под мостом Грюдхюзерю, построенным по частям в 15, 16 и 17 веках. Вы можете сами четко увидеть различия между этими двумя частями. Сверху над нами дом Орла, Аренхюс, типичный господский дом 18 века. На втором этаже этого дома размещается коллекция английского художника Брангвина. Перед нами мост Бонифасиусбрюк, и далее справа еще один красивый вид на костел де Онзеливы в Роуэке. Голову, голову, голову! Голову! Hello.